Отныне Березовский стал делать все во вред Масхадову. Для этого, утверждает Беркан, Березовский приближает к себе одного из политических противников Масхадова, Салмана Радуева. Он говорит об организации для Радуева собственной авиакомпании и обещает выделить для этого целых 10 пассажирских самолетов. Беркан Яшар помогает обрадованному Салману Радуеву зарегистрировать эту компанию и даже придумывает для нее название и эмблему – «Кавказ Эйр». Радуев название утверждает. Правда, через некоторое время Борис Березовский в качестве платы за это, по словам Беркана, начинает уговаривать Радуева начать войну в Дагестане. Из письма Беркана Яшара. 15 мая 1999 года я вылетел в Баку для согласования действий с Березовским. С ним на переговоры отправились Хусейн Мараев и Салман Радуев. На встрече прорабатывался вопрос инициирования военных действий в Дагестане, для чего он готов выделить необходимую финансовую помощь. Военные действия в Дагестане начинаются уже летом 99-го. Конечно, никаких обещанных самолетов Салман Радуев ни от кого не получил. Вообще, тема обмана партнеров по бизнесу на крови оказалась очень распространенной.